15 июня утром Дакота посетила студию шоу Today в рамках пресс-тура фильма «В ритме ча-ча» в Нью-Йорке. На актрисе был надет топ-бандо, а сверху легкий жакет, все кремового цвета, юбка в тон жакету и топу, туфли Дакота без задника цвета слоновой кости. Глаза актрисы скрывали солнцезащитные очки, волосы были распущены. Днем в этот же день папарацци сфотографировали Дакоту, когда она прибыла в отель. На ней была синяя куртка от Gucci, под курткой был надет белый топ. Образ дополнили брюки черного цвета. Из обуви актриса выбрала черные мокасины от Gucci. Глаза были скрыты под солнцезащитными очками. . 15 июня Дакота посетила праздничный ужин «Анатомия красоты» в Беверли-Хиллз, Калифорния. Звезда была одета в черно-белое платье без бретелек на молнии спереди из коллекции Prince Schuller Fall 2022. Она дополнила свой образ часами «Вакчерон Константин». Всем спасибо за просмотр!